Всем добрый вечер. Мы начинаем трансляцию матча Майлбет первой лиги. Стадион КамАЗ, набережной Челны, приветствует нас с вами на поединке КамАЗа и Алании Владикавказ. Минуты остаются до начала этой игры. 25-й тур. Да, давайте не забывать программу мероприятий. Ну и готовимся, мы ждем свистка Низовцева с центра поля. Все, разыграли, Ислам Машуков играет назад. Красно-желтые цвета родные владикавказские у гостей. Тарба, неплохо, удар в касание, рикошет какой, как же здорово Тарба-то на Машукова вырезал. И спасает Аюкин, Мамин с претензиями, ребят, так нельзя. Стало лидером. Момент, удар с левой мощный, но высоко. Давно не играл. С сентября пропустил из-за травм. Моментище! У Алани забивать. Гурцыев это был, да, который забил в Волге. Арендованный Оренбурга. Вернувшийся в Аланию, по его словам. Снова Гаглоев слева в штрафной. Прострел, прострел, забивает и забивает КамАЗ. Первый мяч в этом году забивает Богдан Рейхман. Сотый матч Гаглоева, голевая передача, добился все-таки своего. Денис Попов, подсказка для Василенко. Экс-главный тренер Уфы что-то пытается донести до наставника Алани. Там, видите, болельщики пришли, да, ну наконец-то. Смотрит, кому отдать, с Хасоновым на коротке. Хасонов прострел, замыкает и вынос. Что там, рука была? Желтая и красная, это Машукова вторая желтая. Была у Машукова желтая, это вторая, это удаление. 66-я за симуляцию в первом тайме. Там что, сознательная игра рукой? Подача от Хасонова, вот он. Ну да, да. Владикавказ скрещивает кулаки за Георга Биани. Николай, удар! И перекладина, отскок куда? Вынос, Мамин! Момент! Георга Биани с мячом! Вот он. Подход к мячу, разбег, выдохнул и с нескольких шагов влепил. Да, нет, не было. Эмоциями перехлестывающими Герасимов там доигрался до стычки с Пальцевым. Но все, 1-0. Огнище. Огнище, как оно есть. Концовка с моментом Георга Биани. Стандарт, перекладина, мяч отскакивает в поле. Могли спасаться владикавказцы, но не спаслись. И КамАЗ празднует первую победу в 2023-м.